чтобы песни послушать, чтобы потанцевать, да и про песню хорошую узнать. В старину говорили, кто с песней живет, того кручина не мед. Как живется, так поется. Испокон веку песня всегда была рядом с человеком. И в радости, и в горе. И в нашем Доме культуры есть такой прекрасный коллектив, который не может жить без песни. И сегодня этот коллектив празднует свой юбилей! И сейчас обязательно приветствуем, приветствуем юбиляров! Вот русской песни Гречненко! Руководитель всадников Олег Геннадьевич. Праздника забывшего начала распахнись минутой торжества, расплескайся, музыка по залу, зазвучайте струнами слова, и лети порыв наш доброй вестью, и наполни радостью сердца. Этот праздник – встреча с доброй песней, что звучит под сводами ДК. Yeah.
звонка. Поднимемся над песней поднебесье и растворимся в белых облаках. Yeah.
Oh,
и поздравления от вокального коллектива «Аллегрия». Вареночки. Замечательные солисты, такие как Наталья Ткачева. И сейчас в ее исполнении вы услышите песню «В горнице». Матушка возьмет.
Елена Романовская, Елена Туваева.
Ovacije, polne ovacije!
Марк Мирабель. Руководитель Александр Зюзин. Всенародные песни о любви к родной земле, а значит и к людям, которые в ней живут. Что ты, сердце, меня трогаешь, песня задушевной старины, то ли в тебе живет душа высокая, то ли поблеск зыбкой тишины. То уводишь хороводы в поле, то сжигаешь в пляске ты себя. Ты вовек созвучна русской доли, песня родниковая моя. Сегодня видеть полный зал наши протвинцы, гости города Протвино и наш уважаемый, любимый народный коллектив «Хор Реченька». Наш оркестр приветствует их и хотим подарить песню «Не могу я тебе день рождения, дорогие подарки дарить». Но подарок мы приготовили, потому что скоро Новый год. Я думаю, что хор у нас всегда помнил свое тяжелое детство, потом хорошую юность, когда Новый год у нас всегда был связан с чем? Апельсины и мандарины. Шампанское. Пожалуйста, Артём. Спасибо.
подготовили песню, мы долго искали, как-то эту песню все забыли. Ведь эта песня была самая передовая. Пели ее и пионеры, и комсомольцы, и коммунисты. А песня эта итальянских партизан называется, кто мне подскажет? «Белла Чао». Пожалуйста, нам подпевайте и помогайте нам с аккомпанементом. Ух ты! Yeah.
песен у России никому не сосчитать. Веселые и грустные, что хочешь, то споем. Родные наши, русские, мы с ними вновь живем. Хор русской песни, Реченька, гуляй, Россия! Thank you.
тысячи депутатов и фракции «Единой России». Поздравить вас. 45, баба ягодка опять. Поэтому я вам желаю еще 45, чтобы вы радовали нас своим творчеством. Спасибо. И небольшой подарок. Настоящих поклонников и ценителей русской народной песни. Дом культуры и хор Реченька для нас уже неразделимы. Одно без другого существовать не может. Это замечательный хор, который в своих стенах собрал очень талантливых, очень молодых людей. Вот сейчас на сцене им всем по 45, не больше. Мы будем теперь считать, что вот сейчас их средний возраст 45. Они все молоды душой, они красивы, они, знаете, какие они хлебосольные. У них всегда, вот, ну, они, и душа у них широкая, и столы у них широкие, и вот, и пирожки вкусные. А мы хотим, чтобы они немножко вот этой хлебосольности сегодня получили от нас. Ну, подарки в студию.